Так, деятельный. Ножки. А это? Попа. А это? А это? Да ножки. А это? Покажи. Скажи, скажи всем-всем-всем большой привет из Америки. Всем-всем большой привет. Давай, похлопай в ладошки какой-то умничкой и пойдем папе готовить еду. Итак, 7 января 2012 года. По американскому времени наступило русское православное Рождество Христово. Коля не спит, Коля рисует красками. Но мама тоже не спит, мама смотрит телевизор. Коля выспался, теперь спать не хочется. Проспал 6 или 7 часов. И теперь, когда в Москве утро, Коля проявляет избыточную активность. Вот такой вот рождественский вечер, точнее рождественская ночь. Вот Коля измазался краской. Что, в принципе, следовало ожидать. Но в этом ничего страшного нет. Поздравляю вас с Рождеством Христовым, скажи. Где улиточка, Коля? Покажи, что с ней случилось? Да, ай-яй-яй, бедная улитка. А что она не так делала, что с ней случилось? Яд брала, правильно. Ну, как здорово, Коля собирает палочки. Раковинка одна осталась от улиточки. Наш комплекс. Это вот наши домики. Называются кондоминиумы. А вот Коля ломает велосипед чужой. Thank you.
папа, Мак и Ляля. Коля тестирует тележку. Ура, тест-драйв состоялся. Коля увидел фонтаны на Columbus Circle. Итак, снимаем видео. Вечер, Central Park, Columbus Circle. Папа, Макс и Коля, Ляля полез к фонтанам. Пытается потрогать. А, мокро. Прекрати есть. Так, я кому говорю? Вот так машина удачно осветила. Теперь мы видим снизу его поедателя во всей красе. Я тебе настоятельно рекомендую прекратить есть снег. Потому что будем болеть горлышком. Thank you.